Обычные граждане решают вмешаться и помочь полицейским. Хотя полицейские предпочитают сами справляться с этими ситуациями. Итак, погоня. Мотоциклист. Согласитесь, какая-то странная погоня. Скорость небольшая и намерения у мотоциклиста непонятны. По крайней мере, пока. С вертолета очень хорошо видно, как он едет на небольшой скорости по дороге. Что это? Просто игра? Так нельзя играть с американской полицией. Но вы знаете, пока они его потеряли, находится где-то за милю. Вот мотоциклист остановился. Ах, граждане решили помочь полицейским. Вот он, этот замечательный, знаменательный момент. Они смотрели по телевизору в прямом эфире погоню. Такое практикуется в Калифорнии. Итак, пытаются поймать мотоциклиста, но он уходит, благополучно уходит. Развивает большую скорость, проскакивает перекресток и сталкивается с машиной. Это Мерседес. Ну что, погоня закончена? Да нет. Нарушитель пытается бежать, но его окружают. Сверху очень хорошо видно. Итак, его берут в кольцо, хватают и что? Начинают... Да, к земле, прижали к земле, а тут и полицейские подоспели. Профессиональный удар ногой по голове, и все. Нарушитель уже в наручниках. Да нет, еще сопротивляется. Резвый мотоциклист попался. И все-таки граждане помогли. Добропорядочные граждане Калифорнии.